Нерабочие дни, которые объявили в России, не скажутся на перечислении доставки пенсии. Более того, ряд пенсионеров Тверской области смогут получить выплаты раньше, чем обычно. В Почте России уточнили, что будут работать в обычном режиме, кроме трех дней. 4 ноября – государственный праздник, и в этот день все почтовые отделения будут закрыты. 3 ноября почтовые офисы закроются на час раньше, а 5 ноября будут работать по графику субботы. С учетом режима работы отделений почтовой связи был составлен график доставки пенсии. В городских отделениях почтовой связи, пенсии и другие социальные выплаты можно получить 3 ноября, за 3 и 4 ноября в отделениях почтовой связи небольших населенных пунктов с режимом работы понедельник, среда, пятница, пенсию и другие социальные выплаты можно получить 3 ноября за 3 и 4 ноября, 5 ноября за 5, 6 и 7 ноября. Там, где почты работают по вторникам, четвергам и субботам, пенсию и пособие выплатят 2 ноября за 3, 4, 5 ноября, 6 за 6, 7 и 8 ноября. В банке выплаты будут перечислены 11 и 19 ноября. В период ограничений сотрудники пенсионного фонда продолжат работу в штатном режиме. Правда, прием граждан будет проводиться по предварительной записи.